первое, рассмотрели законное расширение для различных уравнений состояния. Что еще было? Посмотрели, как меняется параметр омега, как функция масштабного фактора, что для нормального закона расширения ему хватит единицы, а для экспоненциального состояния плотности энергии, наоборот, экспоненциально приближается к единице. И, наверное, более-менее все, да? И я что-то еще забыл, попомню. Кто-нибудь помнит, что было на прошлой лекции? А мы будем молчать. Ну ладно. Значит, сегодня я еще хотел вывести выражение для возраста Вселенной. Что говорите? Выражение для возраста Вселенной я вывел, по-моему, нет. То есть выражение, которое я хочу получить, по-моему, я его не вводил, но так несколько я мог вам привести. Типа, я хочу написать вот так, вот Вселенной, есть обратное значение расстояния хаба сегодня, интеграл нуля на единице, x, а здесь будет уровень квадратный, единица. Thank you.
Наша задача научить проинтегрировать это уравнение, естественно, и научить уравнение как функцию современных значений омега. Омега, вы помните, что было? Это было. Как раз получим
Именно такое выражение для возраста Федерации. Я думаю, да, вы проделали с нами. Нет, хочется на доске возиться. Вот. И что здесь важно? Что если, как раньше считалось, не так давно, вакуумная энергия отсутствовала, то Вселенная была бы заметно моложе. Вот. Это видно, тут просто даже на картинке. Не знаю, есть ли у меня в этот момент, не знаю, постоянно Хаббла или Астрочки, то есть наоборот вот этой книги. Если мы имеем Вселенную расширяющуюся с замедлением, то кривая идет вот так. Она идет ниже. Вот. А Вселенная расширяющаяся с ускорением идет, кстати, так, где-то вниз замедление. То есть время отсюда, отсюда оказывается заметно короче, чем вот такое время. Что мы интеграл так буквально показывает. Вот. И если мы возьмем, используем то, что согласно наблюдениям, как я говорил, в прошлый раз, это точность несколько процентов сейчас, как это меряется, мы потом обсудим, потому что это иногда забегает вперед. Значит, если они равны единице, то этот член вылетает, этот член остается. Если взять то, что мы говорим, согласно определенным моментам, вакуумная энергия, примерно 0,7, мы можем точно исчислять. А энергия вещества должна быть внутри, а плотность энергии радиации сегодня несколько единиц на уровне вот этого штука. Это будет немного за 10 минут связанный. Я приведу немножко более плотную часть, чуть позже. Значит, этим можно пренебречь здесь. Вот, хотя она при малых высотах взрывается, но это не существенная часть интеграли. Мы получим вот в Вселенной 13,5 миллиардов лет, если мы попадаем в Архан, в районе 70. Если мы возьмем в комнате, вот такая нормальная группа, то есть она не 47, то в Вселенной очень хорошо соотносится с тем, что мы будем намерены. Вот. Что такое маленькая вещь, вы помните, это безразмерный коэффициент параметра Хаббла, который мы нормируем на 100 километров на секунду на мере парсе. В этом смысле все очень хорошо. А если бы мы взяли ее уровень единицы, и не было бы вот этой темной энергии, а было только вот этот интеграл, он считается, как вы видите, мгновенно. Вот, это было бы, я подозреваю, что они типа 2/3 вместо единицы нашло, то есть Вселенная была бы заметно моложе того, что мы видим. Вот Вселенная занимается двумя способами по возрасту. Старых звездных скоплений, смотрим на небо, видим какие-то звезды. Для того, чтобы они дошли до такого состояния, нужно, ну там, с учетом предыстории, примерно 13-14 миллиардов лет. И второе, по количеству радиоактивных элементов типа урана 235-238, что это будет. Это очень важный элемент в пользу того, что вакуумная энергия действительно отличная от поверхности. Лет 15 назад у нас были статьи, в которых было слово, повторялось слово «кризис возраста Вселенной». То есть было предсказание теории, что мы имеем единицы. Наблюдательные данные были неопределенные, но вот если брать огромные единицы, измеренные значения параметра Хаббла, то абсолютно без вакуумной энергии была слишком молодая. Там типа сколько? Обратный параметр Хаббла сегодня это 10 миллиардов лет, значит 2/3 от этого было 7 небольших миллиардов лет. То есть Вселенная была чересчур молода, и много, много элементов не успела появляться. Хорошо, теперь мы выведем еще одно уравнение простое, а именно уравнение для покраснения закона потери импульса свободных частиц. Если мы имеем свободно живущую частицу, то она, импульс падает как? Кто знает, как падает импульс частицы, повышающейся Вселенной?
Вы прямо можете догадаться, падает как раз из крещения. То есть если... Надо определить, что это как раз из крещения. Космологическая эстерфия определяется как А0, разделенная на А какой-то проблемы для обычная неделка. Современное значение красного смещения отвечает. Современное значение времени отвечает красное смещение на ноль. А когда мы идем сильно вспять по времени, то, соответственно, эта величина растет. И мы можем сказать, что по случаю импульс частицы свободно будет ведется минус H. То есть F ведет себя как граница на А, то есть как граница, то есть как Z плюс 1. То есть при расширении частицы падает огромное количество атомов. Ну, тоже более-менее понятно, если мы имеем ящик с фотонами, увеличиваем размер ящика, а диаграмматически все происходит, фотоны остывают примерно по закону атомных размеров. Как это делается? Для того, чтобы сделать это строго, надо воспользоваться уравнением движения. И это, вы знаете, это есть несвободных частиц, это просто свободное падение. Вот. А свободные частицы в каком-то кривом пространстве движутся по геодезически. Так, мы хотим позиционировать. То есть, вроде там
я на прошлой лекции делал тоже. Немножко было обмана, но, как называется, конечная цель оправдывает средства. Результат оказывается правильным. Берем две точки. Вот отсюда излучается сигнал, сюда приходит. И то, что я хочу сказать, хотя в учебниках написано, что это не вся правда, но для плоской Вселенной правильно, что краевое смещение есть просто доплеровское смещение. То есть, да, нехорошо сказал, что уменьшение импульса есть просто доплеровский сдвиг от движущихся наблюдателей. Скорость, я думаю, как я определял? Две частицы находятся на расстоянии x, так что скорость он есть. Это маленькая скорость. И Вселенная расширяется, две точки, близко находящиеся, убегают отсюда друг от друга по закону Хаббла. Если они не взаимодействуют, конечно. Кстати, такой вопрос. Что происходит с атомом водорода при космологическом расширении? Какие наши мнения? А то, что вы знаете, я не сомневаюсь. Вот, да. Ну, кто это может сказать? Любой ответ даже глубже привязывается к тому, что лагранжное правило. Ну, проснитесь. Ну, ответ, что ничего не происходит. Хотя бы бывали статьи, где люди считали, что атом 10-8 размера, и считали, как он расширяется, вот, если по закону Хаббла. Это совершенно неправильно, потому что хаббловское расширение – это движение фактически по инерции. Вот кто-то нас вначале дыхал, и по всех по Вселенной глубине разбегается. Но если мы рассматриваем связанную систему, вот как галактику, или Солнечную систему, уж не говоря о другом народе, то это вот расширение хаббловское для этих частиц отсутствует. Там есть некие очень слабые эффекты, связанные с тем, что есть космологическое гравитационное поле, как оно влияет, что сегодня поле, оно оказывается слабее, чем было когда-то, при тех порах, что мы имеем. То есть данный водород не расширяется, мне даже как-то пару раз приходили статьи на лицензии авторы. Делали вот это дело, считали, что это зависит от этого водорода, и считали спектр. По этому закону и считали изменение спектра. Спектр имеется очень точный, в принципе, может, когда-то можно где-то замерить, но, к сожалению, эффект нет. Значит, мы имеем. Когда вариация импульса при по закону Доплера есть одновременно есть, что там по этой есть ДВ, мы выбираем энергию частицы, и есть минус У на Д. ДВ это как раз У. Это скорость, по которой частица разлетается. То есть минус У на Д или минус H минус D. Мы получили это замечательное уровень, восточек равняется минус H, где x точки и минус H. Где на скорость, это есть импульс. Так что мы получили этот закон. Один из законов, который мы используем в дополнение к временному уровню. Кстати, это находится в полном соответствии с тем, что громкость энергии физического вещества ведет только единица на масштабный фактор четвертой степени. Это единица на окно, поскольку число частиц падает по объему, то что есть одна единица на которую будет из-за этого закона. Длинный волн всех фотонов, не взаимодействующих, они падают как импульс. Мы увидим, что это не всегда правильно, что когда есть взаимодействие, даже в ближайшее время, температура фотонов, это есть фактически температура фотонов. Их энергия, средняя температура и средняя энергия фотонов. Так вот мы увидим, что в реальной ситуации, а именно когда температура была порядка мэра, температура фотонов падала существенно слабее, чем масштабный фактор.
А вдруг за счет того, что в плазме примерно существовали фотоны, электрон-позитронные пары, нейтрины и электрон-позитронные пары аннигилированы в падении температуры, когда температура стала меньше массы, и поэтому температура фотонов в каком-то смысле подрастала. То есть она падала менее, чем вот эта единица. Это важный эффект для получения ограничения мусора. Ну, мы посчитаем это дело. Именно катана парень, и это поразительным образом считается очень просто. Из закона сохранения энтропии. Давайте посмотрим, что у меня в плане дальше есть. Закон сохранения энтропии чуть позже будет, а сейчас я перейду к новому равновесию. Буквально в учебнике закон сохранения энтропии формулируется так, что в космологической плазме, которая, если она находится в угловом равновесии, если химический потенциал составляющих оказывается равным нулю или принадлежит нулю, то сохраняется энтропия в сопутствующем объеме. Что такое сопутствующий объем? Это объем, который расширяется вместе со Вселенной. Ну, в частности, если мы имеем электрические частицы взаимодействующие, то их плотность падает как объем в кубе, а в сопутствующем объеме он остается постоянным. Если мы имеем там набор теннисных мячей, то при расширении комнаты количества электрических мячей становится неизменным, если они, конечно, дальше не просачиваются в дырку, они имеют обыкновение исчезать, вот уже к физике. Хорошо, ладно, значит, следующее, что я хотел сказать, это очень важная вещь, которая сильно упрощает жизнь Галилея, а именно то, что в хорошем очень приближении космологическая плазма находится в состоянии воздуха. Я напишу по-английски. Причем, вы знаете, что если у нас есть ящик с частицами, вот, то мы долго-долго будем на него, долго-долго будем ждать, и сил приходит в равновесное состояние. Вот. Чем больше времени, тем меньше давление равновесия, если система статическая, стационарная. В космологии практически все время это наоборот. Что на ранней Вселенной, на коротких временах, система очень близка к новому равновесию. А позже возникает довольно заметное отклонение от этого дела. Ну, совсем наивно это можно увидеть так, что мы должны сравнить скорость между частицами реакции по сравнению со скоростью изменения системы. Если скорость реакции гораздо больше, чем темп расширения мира, то тогда будет равновесие. То есть если мы имеем такое вот условие, гамма гораздо больше, чем гамма, гамма там характеризует отклонение у расширения Вселенной, то тогда как раз возникает равновесие. Ну, давайте посмотрим, к чему равен гамма. Давайте предположим, так сказать, что тепловое равновесие нарушается слабо, это не обязательно вот так. Допустим, что ответ такой получился. Значит, хамма у нас форма здоровых, разделяемая на массу равно. А если мы имеем реактивистский газ, и это мы чуть позже покажем, чему равна энергия, плотность энергии фотонного газа с температурой Т? Не помните? Это есть температура в четвертой степени. А именно это мы покажем чуть позже, что ρ будет квадрат 30 на нити плюс c, это по-моему покажем, это известный закон кого там, Стефана Больцмана, правильно? Вот. Но только в обычных учебниках тут пишется совершенно образ, вот, а здесь
квадрат на 30, она умножается на звездочки, но для фотонов это двойка. Это количество спиновых состояний. Вы знаете что? Какой спин фотона? Ну, ребят, ну скажите, какой спин фотона? Ну что? Какая частица? Вектор, раскалявная, единица. Что? Не слышу? Единица. Хорошо, правильно. У меня мало стихи у вас, чтобы еще выходить. Спин фотона единица. Вот. И почему-то я тут говорю, что надо говорить, что два состояния у фотона. Фокус состоит в том, что если частица безмассовая, ну там должны быть определенные законы сохранения, у нее возможно только два спиновых состояния. Спиральность по спину, спиральность против спины, а поперек не возникает. Это поперечные волны, в общем, вот такой вот. Если мы имели для гравитона, кстати, тоже два спиновых состояния, это безмассовая частица со спином. Вы тут не знаете, со спиной двойка, и гравитон может либо поляризован по движению, либо против движения, а имеет два спиновых состояния. Вот этот коэффициент 6 со звездочкой включает все возможные реализации частицы плазмы, и мы чуть больше приведем его значение, и это вот характеризует темп расширения Вселенной. На ранней стадии, когда мы будем заниматься первичными относительностью, мы должны знать это значение. Я уже скажу сразу, что величина 10,75. Это мы видим. Ладно, значит, мы имеем, вернемся к нашим параметрам, называется известным рассказе по месте, кто там фонтан. Я не помню. Никто не помнит. Ладно, хорошо. Нет, я немножко менее. Я все-таки знаю, что есть такая цитата. Значит, корень из одного масса кванта, то есть это масса кванта, а темп реакции между частицами, это может быть либо распад какой-то частицы, то тогда это должно быть либо А, это масса частицы, либо это гамма. Если кто когда-нибудь считал распады, частица альфа — это квадрат распада связи, и масса частиц входит, является шириной распада. Вот. А если у нас будет вечерная серия, то гамма была плотность частиц, умноженное рассечение. Опять же, эти формулы кучу, их в принципе должны знать. Сечение по-разному, либо это частицы не влетели с единицы на массу в квадрате, а это всегда плотность частиц. В равновесном фотонном газе есть нейролитических частиц. Если температура фотона, это будет либо температура фотона, разделенная на массу взаимодействующих частиц, либо, если очень энергичные частицы, то сечение просто по размерности обратной энергии в квадрате, либо это будет R. Вот. И мы видим, что t квадрат, деленный на громадную величину массы Планка, всегда оказывается намного меньше, чем масса, какая-то разумная масса частицы, или же температура. Ну, тут надо написать, что это типа альфа в квадрате, или альфа параметр, характеризующий взаимодействие. Но если мы рассматриваем интердинамику, то это есть 1/137. Вот. Я всегда, когда говорю про альфа-равное 137, вспоминаю нашу книжку с Ледовичем Изажином по ранней космологии. Кстати, она неплохая книжка, если найдете так, для самого первого введения. Переводили на английский язык, переводил поздний переводчик, который, к сожалению, немножко знал физику. Поэтому он, не трогавший рукой, все исправлял. Где считал, что у нас на английском неправильно. Там было очень много вещей, которые я считал неправильными, но пришлось все обратно переправлять. В частности, я писал про бариосинтез там, ну я это кусок мой, отдельный русский, и других людей тоже исправлял, товарищ Исажин. Вот. И я написал, что альфа примерно 1/50. Он написал, что альфа есть 1/137. Однако, ну вы знаете, что постоянная стойкая структура есть 1/137, это Е квадрат в каких-то единицах. Вот. И дело в том, что действительно, то есть 1/137 при наших энергиях, при маленьких энергиях.
атомов, которые существуют в атомной физике. А наоборот, когда лично ловили синтезы, энергии были порядка 10-13 граф. И там это вот постоянно меняется на самом деле как функция энергии, и она как раз выходила на 1,5. Ну, в общем, это типа 1/100, так сказать, либо 1,5, либо 1,5. И видно, что эти все величины гораздо больше, чем параметры. Это так для оценки, для понимания. Потом мы будем делать более аккуратные расчеты, и будет видно, действительно, как и насколько система начинает отходить от равновесия. Видно, что она не очень стала. Значит, мы пока предположим, что плазма на основе этих соображений, ничего не подобное, плазма находится в состоянии близком к равновесному. Давайте, значит, посмотрим, как описывается равновесное состояние. Я думаю, сейчас выводить не буду, но в каком смысле чуть позже выведу. Равновесное. Мы равновесные состояния определяются просто как определение таких состояний, которые приводят, на которых интеграл столкновений зануляется. Я пишу уравнение F ПДТ, F функция распределения частиц. И эта штука должна быть равна интегралу столкновений, который является функцией функционалов от всевозможных распределений. То есть это я рассматриваю какую-то частицу типа А, интеграл столкновений для данной частицы, и она взаимодействует со всеми возможными частицами в плазме. И то есть этот интеграл зависит от всевозможных частиц, которые в этой плазме живут. Мы напишем выражение для интеграла столкновения приближения идеального газа или идеальной плазмы. Ну, в некотором смысле взаимодействие уже включено здесь. И увидим действительно, что если мы возьмем F равную каноническому равновесному распределению, вы, я думаю, знаете, что это такое. А если вы думаете, что не знаете, согласитесь, что вы это знаете. Это действительно интеграл столкновений зануляется для этих распределений, которые я напишу. F для бозона. Причем у бозонов может быть много спиновых состояний, я этот фактор сейчас не буду, для одного спинового состояния. Это есть единица, разделенная на n. Экспоненты F всегда не будет минус n, разделенная на t, минус 1. Вам известно это распределение? Вам известно. Остальное. Знаете, это бозовское распределение бозы. Вот, если мы пишем F для фермионов, антиинтуитивное утверждение, что, например,
вероятность процесса, когда какая частица распадается на 50 других, равна вероятности процесса, когда эти 50 частиц соберутся обратно с новой частицу. Казалось бы, попасть в трубу, но в равновесии как-то. Так ведь и оказывается. Вот. Так вот, это понятие, есть еще закон, люба, то есть сумма всем потенциалом в начале и в конце должна быть одинаковой. И это равновесие. Собственно, это мы действительно проверили. Но это есть, ну не знаю, Мандау стат физика. Если вы проходили это, вы, может быть, помните. Кто не помнит? Все не помнят. То есть, наоборот, все помнят, когда неправильно поставили вопрос. Хорошо. Значит, для чего бы нам нужно вот вводить этот потенциал в космодром? Дело в том, что мы приведем некоторые примеры. Рассмотрим линейную геометрию, плюс и минус, и два потока. Тогда минус равняется 2 микрона в равновесии. Это хорошо известный классический пример. Но есть и три фотона. У нас нет закона сохранения числа фотонов. Ну, тормозное излучение нейтронного дня. Сначала аннигиляция, потом из электронной линии излучается фотон. Тогда мы просто равняется 3 микрона. Одна и та же величина на 2 микрона, значит, мюгамма в равновесии должно быть равно 2. Это очень хороший результат. Это утверждение проверяется каждый, сейчас, так сказать, проверяемый проверяется на измерении спектра микроволновых фотонов. Можно, современные данные говорят, что для этих микроволновых фотонов вот с таким спектром, с температурой. Какая температура микроволнового фона, я не говорю, но может узнаем. Да, да. 7, а дальше много знаков известно. Я не писал, что помните? 15. Сколько? 2,715. 2,715. Вот. Вот эта температура кельвинов. Современные изучения. Так вот, отношение химпотенциала для микроволнового фона. Температура. Меньше 10 минус 4. Это показывает, что тепловое равновесие было, и очень было бы интересно обнаружить небольшие отклонения, которые могут быть. Это показывало наличие некоторых неравновесных процессов, и могу кое-что сказать о физике. Когда есть равновесие, то ничего ни от чего не зависит. Мы немного можем сказать, только температура есть, равновесие и потенциал. Вот. А теперь давайте посмотрим сюда. Мы получаем отсюда немедленно, что у нас плюс равняется минус минус. То есть потенциалы, химпотенциалы частиц и античастиц в плазме имеют противоположный знак. Это тоже нам нужно для бариосинтеза. Вот это широко известное утверждение. Поэтому, если мы имеем плазму, в которой одинаковое количество электронов и позитронов, мы должны положить им химпотенциал равный нулю. Если, например, электронов по какой-то причине больше, чем позитронов, и в космологии именно такая ситуация именно и реализуется. Вот, например, в нашем мире позитронов почти нет. На ранней стадии их было примерно столько же, сколько электронов, а теперь мы имеем подавляющее количество электронов, и позитронов почти нет. Это такие написки. Вторичные позитроны из космических людей, где лучей к нам приходящие. Вот. Сейчас очень сильно неравновесная ситуация. Но на ранней стадии было очень маленькое, отличие электронов от позитронов, число чуть больше электронов, и для описания этого нам надо вводить химический потенциал. Вот. Теперь, опять же, Вот.
посмотрим вот на это выражение. И видно, что химпотенциал не может быть произвольно велик. Для электрон-позитронов, для фермонов он может иметь любое значение, а для бозонов имеется такое ограничение, что бозон не может быть больше массы бозона. Почему? Ну потому что, если я возьму μ больше, чем массу бозона, возьму эту функцию на импульс, и возьму импульс очень маленький, то значит e минус μ окажется меньше единицы, и эта функция станет отрицательной, а она быть отрицательной не должна по определению. Это плоская частица. Это ограничение хорошо известно. Вот. Сразу возникает вопрос, который я задаю всегда на лекциях. Скажем, вот, допустим, мы имеем электрон-позитронный газ. У меня электронов больше, чем позитронов. Сначала немножко, химпотенциал маленький, я увеличиваю эту электрическую асимметрию. Но я не хочу, чтобы плазма была, может быть, заряженная, добавляю там протоны и антипротоны. Ну, химпотенциал электронов увеличивается. И я имею громадную асимметрию, то всегда это можно описать за счет введения громадного жизненного потенциала. Допустим, я имею π плюс и π минусной зоны, или π минусной зоны. И начинаю увеличивать разницу между π плюсом и π минусом. И в какой-то момент химпотенциал достигнет максимально возможного значения, равного массе. А я еще посыпал π плюсную зону туда. Что произойдет? Какие есть идеи? Ну какие догадки могут быть? Ну ясно, что я имею газ, и я всегда могу сделать произвольную разницу между заряженными, положительно заряженными и отрицательно заряженными бозонами. А вот чтобы описать это различие, я могу только с помощью химпотенциала, поскольку это единственное равновесное распределение. Вот. Что произойдет в такой плазме? И ответ вы знаете. Ответ состоит в том, что возникнет базе-конденсат. А именно, в случае, если химпотенциал достигает значения равного массе, распределение становится вот таким. Возникает новый параметр, константа на дельта-функцию от импульса частиц. И вот это распределение при μ равном m, только при нем, тоже оказывается решением тип уравнения. То есть, если я увеличиваю различие между частицами и античастицами, то я могу это увеличивать за счет того, что является параметр c. И только для частиц, для которых химпотенциал равен μ, для античастиц, ну, m, для античастиц химпотенциал будет равен минус m. И там никакой проблемы не возникнет. Вот. А вот здесь распределение будет именно таким, я могу написать, засунуть сколько угодно частиц. Это бывает интересным, может быть, например, при электрослабых процессах, если имелась большая нейтронная асимметрия, то может возникнуть конденсат в космологии W-бозонов. И это, опять же, интересно для генерации магнитных полей плазмы, когда эти W-бозоны в конденсате, они... Вот тогда есть лишний по теории базе-конденсации. Есть два возможных состояния. Если конденсация векторных частиц, они конденсируются либо выгодно, чтобы все спины выстраивались в одну сторону, либо чтобы общий спин был минимальным. Так вот, может быть такая ситуация, в зависимости от типа взаимодействия, когда они все выстраивались в одну сторону, и это генерирует большой значок. Так что это очень интересно с точки зрения ранне-космологических магнитных полей и связано с это может возникнуть, если будет большая асимметрия между нейтрино и антинейтрино. Хорошо, теперь надо ли еще чего-нибудь, дайте я посмотрю. А, нет, ну, конечно же. Это я уже сам вспомнил, не написано.
Вот, допустим, мы имеем. Равновесное состояние. Обычно в космологии все потенциалы, это все, что мы знаем, приняли высшую волну, то есть возьмем ситуацию, когда возник потенциал действия. Мы знаем, что это фотонов много, для электронов позитронов он есть, но очень маленький, поскольку отношение электронов к позитронам фотонов на ранней стадии было так, было порядка 10 на 9. То есть сил потенциал не маленький. Поэтому это будет очень хорошее. Это изобретение. Мы знаем, когда будем говорить о биосинтезе, об этом поговорим. Значит, если хим потенциал главный, то язык можно привести простые выражения для двух очень важных величин, а именно для плотности бозонов. Что это есть? Значит, плотность бозонов, то что? Вот это и B, разделенное на 2 фобии, выраженное на B. Это плотность частиц в конфигурационном пространстве, то есть выпуском и в координатном пространстве. В координатном пространстве я считаю, что плазма однородная, изотропная, то есть от их сами чем не зависит. Вот этот интеграл. Я помню, что для атомов это z-функция 3, а какой-то коэффициент, это надо мне соображать, может быть, я не могу мало написать. Для фотона это будет двойка, для W-бозона, к примеру, электрослабого взаимодействия, это будет тройка, вот. А для пи-мезонов это будет единица. Хорошо. Здесь будет GS, F кубе, разделенное на пи квадрат. И эта штука есть, вот эта штука, разделенная на пи квадрат, здесь будет 12. Это для бозонов, для фермионов. Я сейчас покажу, если причепится от бозона. Обратите внимание, что рассматриваем не потенциал равный, не масштаб. Это все ультралиативные частицы. Значит, плотность числа фотонов, нормальных фотонов, есть 0,24 на температуру кубе. Это есть, значит, гамма, это 7b. 24. Если я возьму температуру, которую я знаю, Александр Сергеевич, напомню, 2,7. Сколько сейчас? 2,7. Хорошо. Ладно. Если я возьму эту температуру в кельвинах, то я получу примерно 410 сантиметров кубов. Это сколько фотонов микроволнового фона имеется. Это самая многочисленная частица во Вселенной. Может быть, есть частицы, количество которых больше. Это так называемый аксион. Их может быть гораздо больше, чем фотонов, но неизвестно, существует аксион или нет. Вот. Примерно столько же реликтовых нейтрино. Ну, по 110 штук каждый тип нейтрино плюс антинейтрино. Ну, такое выражение. Можно еще что сказать? Плотность энергии, да? Тоже важный параметр. Давайте я тут вот напишу. Плотность энергии, то есть я должен в ДТП еще здесь написать энергию частицу. Ну, ДТП, вы знаете, что такое, это 4 пи. Для изотропного разделения вещества 4, да? Квадрат,
выбирал строить программирование, а энергия для интернетической частицы равна импульсу, то мы получаем замечательную квадратную позицию G, соответственно, температуру 4,7. Это плотность энергии реализующих частиц с частицами энергии состояния равна G сорок S. Хорошо. Теперь посмотрим на эту формулу. И тогда мы можем вычислить плотность энергии этих синих фотонов, я не помню, числа граммов кубических сантиметров, но помню, что энергия для них есть примерно пятерка на 10^5. А плотность энергии критическая, это примерно 10^-29 грамм на сантиметр в кубе. То есть это омега СНВ есть плотность фотонов, определенная на 10^-29 грамм на кубическом сантиметре, но эту цифру я приводил в прошлый раз. Вот это очень важная цифра для того, чтобы понимать, что мы имеем сейчас сегодня во Вселенной. Кстати, сколько фотонов вы будете в этой комнате? Причем ответ сразу скажу, что в основном это не фотоны, как и световые фотоны, а фотоны тепловые. Какая температура в комнате? Примерно 300 Кельвина. Правильно? 300 Кельвина означает, что мы имеем температуру в 10 раз больше, чем температура фотонов. Вот этих 300... Нет, в 100 раз больше. В 100 раз больше, чем 3 Кельвина. То есть в миллион раз больше, чем на число. То есть в кубике здесь имеется 400,5 миллиарда фотонов. Вот, ну, поскольку это такие комнаты занимают небольшую часть Вселенной, то все-таки, если ты примеряешь по всему объему, то вот эти холодные фотоны их больше всего на свете. Главное, теперь я вот тут сказал, что для фермионов равновесное распределение, для безмассовых фермионов с нулевым химическим потенциалом, но приводит к тому, что их число есть 3 четверти числа базона. Что касается ООН, то это будет 7/8 числа аналогичных базонов. Это сейчас я продемонстрирую на интеграле, просто даже просто смогу сделать. И эти вот 3/4, точнее говоря, 7/8 нам очень понадобится для того, чтобы вычислить ту величину, о которой я говорил, 10^75. Что входит в кинетику привычного нуклеосинтеза. Существенно смотрим. Давайте объясняем. Надеюсь, я не согласен. Значит, давайте вычислим какой-то произвольный напишу, не знаю какой буквы. ZFT, что у себя DP на P степени 2 плюс L, разделенное на E степени P минус 1 плюс 1. Я счет температуру равной единице или я беру P к T новой переменную. И снова обозначим букву. Если вы помните, у вас не числится, если он определенный на P, но я переопределил, в общем, именно это отношение, тут какая-то степень температуры вышла за скобки. Это нам не важно. Значит, мы имеем такую большую форму. И давайте посмотрим, что произойдет для разных N. Это у нас фермионное распределение. Значит, тут надо сделать такой круг, интеграл DP. Давайте умножим на степень на степень p минус 1. А здесь напишу, значит, что будет степень 2p минус 1. Видите, внизу получилось базонное распределение. Теперь я возьму, сделаю так. Еще один единицу, прибавлю. Прибавлю единицу.
Вот. Это вот будет мое основное влияние закона по контролю, а здесь будет Е в степени P плюс 1. С этим это даст мне обычное базовое распределение. Понятно? То есть я получил интеграл от Е в степени 2 плюс 3, разделенный на Е в степени P плюс 1. Это вот от этого сюда. И затем будет минус 2 интеграл dp, p в степени 2 плюс p, разделенное на e в степени 2 p минус 1. Значит, это нормальное базовое распределение, а здесь это тоже очень почти что нормальное, только вместо p стоит 2p. Давайте я определю переменное интегрирование, напишу p с чертой, тоже p с чертой, я должен разделить поделиться на 2 в степени 2 плюс 1. Вот ответ, значит, что для n равного 0 мы получаем единицу минус 1 четверть. Что? Вот двойка отсюда. А. Для будет 3 плюс n, значит, а. Когда я сокращу на эту мысль, я уже написал мысленно конечный ответ. То есть конечный ответ будет единица, разделенная на 2 в степени 2 плюс n. То есть поправочка будет со знаком минус для n равная 0, 1 четвертая. То есть будет единица минус 1 четвертая для плотности числа. То есть это будет плотность числа фермионов, если 3 четверти от плотности числа мазонов. А плотность энергии будет 7,8. А теперь давайте пойдем в раннюю вселенную, когда температуры были, ну скажем, не больше, чем масса электрона, но меньше, чем масса атома. Какие частицы в это время жили во Вселенной? Я уже сказал, что было тепловое равновесие. Значит, все частицы с массами в этом интервале должны были обильно присутствовать. То есть находились в фотоне, в облюсленном спарке. Ну, кто еще? Какие еще были частицы? Еще были нейтрино. Еще могли быть протоны и нейтроны, но их плотность энергии была довольно маленькая. Значит, еще были другие. Там и не хотим чувствовать. Я считаю, что температура была достаточно высока, и по этой причине температуры фотонов, электронных, позитронных пар и нейтрино были одинаковы. Чуть позже мы увидим, что в какой-то момент температура фотонов станет больше, чем температура нейтрино. То сейчас мы рассмотрим именно такую ситуацию. И давайте посчитаем, что мы к чему-нибудь рассмотрим. Это будет вольт от фотонов. Правильно? От электрон-позитронных пар у нас будет плюс 7,8. Умножить на 0 электрон-позитроны. Еще у нас будет 2,5 состояния. То есть 7,2. Что будет с нейтрино? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, давайте напишем это. Плюс. Сколько здесь будет? Шесть, да? Шесть. Теперь на 7,8. Четыре, 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 четыре. 21,4. Кажется, правильно. И казалось бы, я еще должен умножить на двойку, поскольку у нейтрино имеются два спинного состояния. Ответ состоит в том, что двойку умножать не надо, я сейчас скажу почему. И вот это 200, пожалуйста, проверьте, будет 10 сменных отрицательных. Если получится что-то другое, значит я набрал что-то за мной. Я думаю, что это правильно. Значит, вопрос то, почему мы эту вещь мы учли здесь три типа нейтрино и еще три типа антинейтрино только с одним спинным.
состоит в том, что нейтрино в слабом взаимодействии участвует только левый. То есть что значит левый нейтрино? Это нейтрино, у которого спин направлен против импульса. Электрослабый слабый взаимодействие устроено так, что только левый нейтрино принимает участие в этом процессе. Значит, мы имеем... если нейтрино, к примеру, массивный или что, то, в принципе, должно существовать и правый нейтрино, когда спин направлен по импульсу. Для антинейтрино ситуация противоположна. Левый антинейтрино – это антинейтрино с вот таким вот спином. Вот оказывается, что количество правых антинейтрино, даже если они и образуются в первичной плазме, например, когда-то за счет гравитационного взаимодействия, как говорят на английском языке, что gravity is felicity blind. То есть гравитация не чувствует, какая спиральность у частицы, она одинаково, гравитоны одинаково распадались на правый нейтрино и левый нейтрино. Вот оказывается, что в процессе расширения происходит процесс подогрева плазмы за счет аннигиляции массивных частиц, мы сейчас это посчитаем, который за счет обычных электрослабых взаимодействий увеличивает количество только левых нейтрино. То есть, когда мы берем температуру порядка 0, или там 10 метров, количество левых нейтрино будет подавлено тем, что все тяжелые частицы аннигилировали, рождают только левые нейтрино. А правые как были, вначале их было одинаковое количество, возможно, на гравитационной стадии, как и левых нейтрино, и правых было одинаковое количество. Правых было, значит, много, да, относительно. Но потом количество левых нейтрино относительно возросло за счет электрослабого взаимодействия, когда они рождались, а правые не рождались. Поэтому сильное подавление, мы увидим аналогичное такого типа эффект, когда будем говорить о нагреве фотонов или вдруг позитронной аннигиляции. Это будет очень важно. Хорошо, значит, здесь я предупредил. Сейчас у нас сколько? Когда мы делаем первый шаг? Звонок тут же будет какой-то. 15 часов. А, еще 20 минут. 20, да, я не могу поговорить. Хорошо? Ладно. Теперь давайте... А, теперь правильно. Мы выведем следующую вещь, которая нужна и для нуклеосинтеза, и для ограничения на массу нейтрино, а именно вычислили, насколько будут различны температуры фотонов и нейтрино после того, как их плюс и минус произойдет на плюс и минус аннигиляции. Мы знаем, что электроны позитроны в основном аннигилируют фотоны. В нейтрино аннигиляции почти не происходит. И по этой причине температура фотонов возрастет за счет того, что будет подкачка энергии от этих массивных частиц, а температура нейтрино не изменится. И может окажется, что температура нейтрино, разделенная на температуру фотонов, есть вот в основе. Я думаю, 4/11 Он же меньше сложный, если хороший тоже в другом силе. Если пытаться получить это число, аккуратно интегрируйте кино уравнение, наверное, вы получите на это большое занудство и большое мучение. Это нужно сделать почти без вычислений. Но для этого надо вывести закон сохранения энтропии. Значит, мы предположим, это важно, что речь идет о безмассовых частицах. Нет, безмассовость не важна. А всем, не так важно. Важно, что химия результата должны быть равны нулю. Вот. И обычно у учебников говорят, предположим, что существует половое равновесие. На самом деле можно более слабое какое-то утверждение. То есть предположение, что функция распределения есть вектор энергии.
зеленая, а я прохожу Т. Причем, если это равновесное распределение, то Т понимается как температура, а если распределение вообще будет произвольное, то Т это какой-то параметр, который вовсе не температура, а какая-то функция времени, произвольная функция. Единственное, важно, что она вот так зависит от температуры. Вот. Ну, реально всегда говорится о ситуации равновесной, и это используется те функции распределения, о которых я говорил. Ну, это не важно. На самом деле, Кстати, нередко говорят о температуре нейтрино в наше время, когда пишут, что распределение нейтрино имеет такую форму. И вот эта температура Т как раз и оказывается равной 0,7 температуры фотона. Но обратите внимание, и правильный ответ состоит в том, что сюда входит именно импульс. Из формы киноравнения, опять же, мы чуть позже увидим, а не энергия. То есть равновесное распределение нейтрино сейчас, если не массивное, не является равновесным. Оно очень похоже на равновесное, но только вместо энергии сюда входит P. Это не есть энергия, и поэтому они. Вот эта величина здесь не есть температура. Вот так, замечание, чтобы знать, чтобы вас не обманули. Давайте попробуем вывести это утверждение, что это сохраняется. Ай-яй-яй, я забыл. Давайте я немножко все-таки отвлеку сейчас от этого вывода, скажу какие, приведу еще одну вещь, пару формул простых для массивных частиц. Я говорил, например, равновесное распределение для безмассовых частиц, но плотность энергии была температура в четвертой. А если у нас массивные частицы, то для них плотность числа частиц будет, даваться такой штукой. Это интеграл легко возьмете, когда у нас стоит экспонента от энергии. Энергия есть n квадратный, z квадрат плюс p квадрат. Деленная температура, а это в свою очередь для больших, для нейтрализмистых частиц, для большой массы это есть L, плюс P квадрат на 2L, плюс F на 9L. Вот такая штука стоит в экспоненте. Вот. Причем, поскольку M к T большая величина, то то, что у нас стоит вот здесь, минус 1, то есть примерно минус P минус P квадрат на гранте. То есть массивные частицы в равновесии подчиняются распределению массы. Вот эти квантовые поправки не важны. Но это всегда так, потому что это квантовый эффект, квантовая статистика работает, когда этот член сравним с единицей. А если мы много больше единиц, то мы переходим на множество. Мы это не напрягаем, получаем обычное множество. Это более простая статистика. При большом экспоненте, при малых числах заполнения. Ладно, значит, имеется такая штука. Интеграл берется сразу. И будет следующее. Нп в степени вторых. То есть МТ деленное на 2π степени 2. Хорошо. ЖС в конечном числе в первом состоянии. Ну и эксперименты деленное на 2. И это одинаково, что для базона, что для фермиона. Поскольку эффекты статистики не важны. Но если мы будем считать следующие поправочки, то там возникает какие-то лишняя варианта Т деленное на М. И они могут быть разными для базона. Я вам советую самим посчитать. Это немножко занудно, ничего. Теперь, а для плотности частиц это количество частиц в единице объема, а плотность энергии вычисляется мгновенно, потому что энергия индивидуальной частицы в такой ситуации есть просто масса, поэтому даже мы можем эту штуку дать.
Хотя я просто забыл написать, чтобы знать. И видно отсюда, что для массивных частиц, тяжелых частиц, массы больше температур, плотность энергии экспоненциально подавлена, если хим-потенциал равен нулю. Если хим-потенциал не равен нулю, то число частиц сохраняется, то разность число частиц и античастиц всегда остается постоянной. И по этой причине, скажем, когда у нас больше частиц, чем античастиц, античастицы экспоненциально исчезнут, а количество частиц будет определяться вот этим плохим потенциалом. То есть вот этот член, он вот здесь надо написать вверх, вверх, вот это вверх, это вот все подушено. Кстати, еще одна вещь. В стандартных учебниках по нейрозиевской статистике химпотенциал определяет несколько иначе, вычитая из него массу. То есть, когда говорят о базонах, химпотенциал должен быть положительным. А я говорю, что для базонов химпотенциал должен быть больше массы. Это, в общем, вопрос определения, вычитания константы. Либо в Е учитывается массу, когда мы говорим о распределении масс, о химпотенциале без этой самой массы. Ладно, это хорошо. Я помню, на каком-то докладе на меня нападали люди, которые, ну, как вот я четко сформулировал, без знаю ударения, говорили, ну, что за ахинея, почему это химпотенциал у нас, ну, причем тут масло и все такое, мы же знаем, как по одному. Ну, я был привычный реалистический картина. В общем, в конце концов разобрались. Хорошо, ладно, вернемся вот к этому. Тут я не хотел бы набрать, но может быть поэтому я сделал себе штуку. То есть она уже не понравилась существовала. Эта штука, понятно, сохранение гетерофилии, надо найти. Ага, есть. Значит, я хочу показать, что производная по времени от такой величины вылечит. А в куле ровно, то есть P, разделённая на произвольную функцию T, на произвольную функцию времени, сохраняется. Обычно берётся, я говорю, программистное распределение. Давайте мы напишем, что же это такое. Я беру химпотенциал важен, что есть 0, потому что тогда не будет просто функция вот E на T, что будет вот эта нулевая T, какая-то другая. Кстати, иногда были какие-то работы, где люди забывали, что химпотенциал обязан быть равным нулю, и использовали закон сохранения энтропии. В общем, немножко в районе чисто. Ну, давайте посмотрим. Значит, дифференцируем эту штуку. Так, поскольку дифференцированная операция сложная, я буду смотреть бумажки. Короче, движение будет так. У нас есть закон. Рост точки, квадрат минус 3 h, p плюс 1. А может, вы сами сделаете? Ну, давайте я напишу эти штуковины. Здесь возникли. Я вам эту штуку дифференцировать, возникнет ровность P разделённая на T. И здесь мы поменяем, перенесём. Здесь будет стоять 3H, который вот отсюда. Я минус написал. Написал, почему нет этого минуса. Ну, что тут наоборот. Вот тут должен быть минус. А в кубе P плюс R. А, вот. Это PH вошло вот отсюда. От дифференцирования А в кубе. Ну как, производная отсюда есть
При Астопской на Фабраде я выношу арку, будет Астопская зеленина, и здесь как раз хаба. Потом возникнет минус pH, вот от дифференцирования этого. Я просто не заметил, что в следующей секунде. Дальше будет минус, то есть точки разделенные на T. Еще будет плюс, то есть точки разделенные на T. Вот это уже будет правильно выражено. То есть я продифференцировал вектор, продифференцировал рост ρ, использую вот эту уравнение, продифференцировал p, вот это что маленькое произвело, тогда все правильно. Это будет сопротивление, но это уже сопутствующий объект. Дальше нужно сделать вот такую операцию, чтобы вы не забыли, интегрировать по частям, когда у нас p 200 градусов, это нет, вот эти две частицы, я не хочу никак. Я там писал P маленькое, на лампе в кубе, значит, куб квадрата, разделенное на 3 метра, вот именно на этом пункте распределения. Давление есть интеграл по всем импульсам, на пункте распределения, и здесь входит вот такая штука, квадрат на 3 метра. Но это вы можете сами понять. Мы рассматриваем количество ударов по единице площади. Частицы попадают по всем углам. Но есть какая-то площадка. Частицы падают со всех сторон. Площадочку. Вот. И это есть переданный импульс. Это скорость умноженная. Вот что такое переданный импульс? Это скорость умноженная на импульс. Вот там надо взять двойку, интеграл. Аккуратно взять по углам. Возникает такая штука. Кстати, этот ответ получается... Для безмассовых частиц мы знаем, что давление, как раз я говорил для релятивистского газа, что давление есть плотность энергии, деленная на Q. Тогда Q импульс равняется E, и мы получаем плотность энергии с коэффициентом на T. Понятно, да? Если Q равняется E, то Q квадрат на E будет просто E, а E с интегралом F есть плотность энергии. То есть мы получаем обычно ставим результат. Вот. Когда мы возьмем изображение для P, вот, и посчитаем его производную, мы должны дифференцировать, куда у нас входит время. Это входит тут сюда, в эту функцию F, поскольку она зависит от времени через эту якобы температуру. Проинтегрируем по частям и получим следующее выражение, что S точка является S точка на T плюс ρ. Это вот уравнение можно взять в рамку, иногда оно будет полезно. Если это я мой урок, если мы вот это продифференцируем, то по времени тут будет F штрих от этого аргумента, а потом будет E разделенное на T квадратную T точку. Ну, видите сами, как дифференцировать вот эту функцию, где время зависит от того, что угодно. И потом я, имея f', интегрирую по частям. Где f можно учесть, что e плюс q квадрат плюс q квадрат плюс q квадрат. Я думаю, вы справитесь, потому что немножко где-нибудь запутаетесь, но не сильно. Так что это важное утверждение, которое нам поможет вычислить, сейчас вот это мы сделаем на перерыве, я надеюсь, вычислить различия в температурах нейтрино и фотона. Значит, мы имеем вначале фотонный газ с E плюс, E минус, гамма. Имеем еще нейтрино. Нейтрино и гамма. Сейчас мне хорошо будет запутаться. Мы рассматриваем температуры меньше, чем масса электрона. Или понятно. Когда при этих температурах существенным становится аннигиляция электронов и позитронов.
Если при более высоких температурах были температуры фотонов и температуры электронов и тетрадов. Наш будет полное равновесие. Я сейчас прошу вас меня поверить, что нейтрино были в очень хорошем контакте, в тепловом контакте, в полном равновесии с фотонами при температурах больше, ну, так сказать, 2-3 мэв. 2 мэва – это электронный нейтрино, 3 мэва – это неонный там нейтрино. Ну, в общем, при температурах больше вот этих некоторых несколько мэв. Они были в замечательном тепловом контакте, из-за этого были одинаковые температуры. Если у нас имеются два типа жидкости, и они замечательно взаимодействуют между собой, то температуры будут одинаковые. Вы это хорошо знаете. Вот, если в холодную воду налить горячего молока, то температура станет примерно одинаковой. Но если молоко с водой не взаимодействует, то будет температура молока, и когда не будет равна температуре воды, это будут две разных жидкости, если не взаимодействуют. Я не сказал, что температура фотона всегда равна температуре электронов и позитронов, просто потому что между ними взаимодействие сильнейшее. С нейтрино взаимодействие в какой-то момент становится слабеньким. И температуры могут стать разными. А фотон, причем, что интересно, что фотоны с нейтрино не взаимодействуют почти. А электроны взаимодействуют с нейтрино. И вот при высоких температурах, скажем, так примерно, нейтрино рассеивается на электронах, передает энергию, температуру сравнивает. Потом, когда температура падает ниже 2 мэв, нейтрино почти перестает взаимодействовать с электронами. Мы сделаем оценку такого процесса, когда аккуратно делается с помощью решения Тима-равнения, и численность делается счет с интегралом столкновения, с позитивной поправкой, то есть там счет делается на уровне 1%. Вот это. Принципиально не так уж трудно, и значит ситуация такая. При больших температурах фотоны, электроны и нейтрино все имеют одинаковую температуру, потому что очень хорошее взаимодействие. Когда температура падает ниже вот этого, нейтрино перестает взаимодействовать с электронными позитронами. Взаимодействие у них пропорционально энергии в квадрате. Поэтому взаимодействие исчезает. Но мы имеем газ практически без массовых частиц. При таких температурах, ну, электроны мы считаем безмассовыми. И некоторое время температуры оказываются одинаковыми. Плазма остывает, нейтрино живет своей жизнью, но плазма остывает одинаково, как все безмассовые частицы. Когда температура падает до величины порядка массы электрона, то тут уже становятся разные законы. Возникают разные законы расширения. Здесь расширение, так сказать, плазмы не вполне релятивистское. И кроме того, что важно, электроны аннигилируют, подогревают фотоны. И температура фотонов падает медленнее, чем температура нейтрино. Она тоже падает, но не падает как масштабный фотон. Давайте вот эту штуку вычислим. Значит, что мы имеем? В начальном состоянии Т и выше у нас было энтропия ρ плюс p, разделенная на p и на q. Вот. И это были, к примеру, электроны и фотоны. В этом случае надо поставить сюда некий коэффициент для электронов и фотонов и позитронов. Это будет значить 0 фотонов плюс 7 фотонов. Я рассматриваю отдельную энтропию электронов, позитронов и фотонов и отдельную энтропию нейтрино. По той причине, что они уже перестали взаимодействовать, когда температура упала ниже 2 мэв. Значит, это число у нас будет 11 фотонов.
они, да? Это коэффициент здесь стоит. Мы имеем давление, плотность энергии. Давление есть 1/3 от плотности энергии. Так сказать, забыли о них. А важно, что у нас здесь коэффициент 2. Ну, вы помните, что вот. Вот. И вот это число G нехорошо, G сам S, число спиновых состояний. Вот. И число спиновых состояний будет нехорошо. Это будет двойка от фотонов, и 7 восьмых от электронов умножить на 4 два спиновых состояния и электронных позитронов. Это получается 7/2. Помните, что плотность энергии и плотность давления входило в коэффициент 7/8, а их 4 штуки, значит, вот такой вот коэффициент 1/2. Потом, значит, начальный ответ был вот такая штука, это был пропорционал температуры в кубе с коэффициентом 1/2. Теперь давайте пойдем на какой-то конечной температуры. У нас в это пойдет на конечную температуру, когда от электронов и позитронов ничего не осталось. То есть коэффициент будет уже просто двойка. Останутся только фотоны. И вот в этом выражении, P плюс R умноженное на куб, будет коэффициент здесь только двойка. Дальше. Мы говорим, что нейтрино фактически безмассные. Их масса много меньше mv. И по этой причине температура нейтрино ведет себя как температура любых безмассовых частиц, поэтому делится на 2. И таким образом мы получим следующее соотношение. Т электромагнитная гамма, реферальная электромагнитная гамма. Эта величина сохраняется в сопутствующем объеме, а то нейтрино мы знаем падает как единица на кубе. Это будет у нас 11. Я в начале имею это выражение с коэффициентом 1/2. В конце я имею выражение с коэффициентом двойка, но с какой-то другой температурой. И эта величина сохраняющаяся. Правильно? Но надо учесть, что тут входит еще акум. То есть температура фотонов, умноженная на акум, является сохраняющейся. Поэтому, если я напишу вместо, я могу написать вместо акум температуру нейтрино обратную. Нейтрино, температура нейтрино падает как масштабный фактор, поскольку они еще не взаимодействуют, и тогда имеет тенью. Т-гамма на тенью в кубе, что вообще выходит есть один. 11/4. То есть мы немножко вижу недоумение, потому что я говорю, несколько сбивчиво. Значит, еще раз я спрошу, чем мы пользуемся? Сохранением вот этой величины P плюс R, разделенное на T, умноженное на T. Эта величина сохраняется, и что это означает? Надо вообще написать такую гамму, разделенное на P. Эта величина вначале была такой, с коэффициентом 1/2. Потом она стала в конечном момент, стала другая эта температура, стала другая эта температура, и с коэффициентом двойка. И это отношение, значит, это равно 2 гамма по конечному. А это было начало. И отсюда мы находим, вначале мы считаем, что эта температура приравнена. Значит, в конце они, это была единица, а конечная была 1 разделенная на 4. Пусть это не отдадите. Ура! Вроде бы я ничего не набрал, но мы можем здесь сделать выбор. Немножко вас запутал. Кстати, отсюда следует очень важная вещь, что после этого всего действия количество нейтрино по отношению к количеству фотонов и одну по отношению к Т-гамма было Т, ну, Т-гамма, уже чуть-чуть не очень нравится.
11. А, ну как, к чему будет равно это отношение? Я хотел сам ошибиться, но не успел. Сам разделил, что сейчас скажу что-то неправильное. Мы знаем отношение температур фотонов, нейтрино, это будет в кубе, это будет фотонов нейтрино. Нейтрино фотонов, нейтрино фотонов, будет 4 объекта. Какое будет отношение плотностей нейтрино по отношению фотонов? Числа частиц. Вопрос 4 одиннадцатых или немножко другое? Ответ будет не 4 одиннадцатых, а 3 одиннадцатых. Потому что количество нейтрино, есть температура нейтрино, умноженная на 3 четверти по соотношению количества фотонов. Вы помните, что нейтрино фермионы, значит, вот по той формуле, которую я вывел, что плотность числа фермионов есть 3 четверти от плотности числа бозонов. То есть не 4 одиннадцатых будет, а 3 одиннадцатых. То есть сегодня фермион, ну, фотонов два спиновых состояния, не 3 на 1, 3 на 2. Вот будет 3 одиннадцатых, то есть примерно в фантазии штук кубики. Вот столько нейтрино каждого сорта. А фотонов 410. Если мы умножим это дело на 3, то все равно нейтрино будет меньше. Если нейтрино есть не нулевой химпотенциал, то есть их плотность нейтрино не равна плотности антинейтрино, то их будет опять же больше. Вопросы? Нет. Так, давайте прервемся, а потом мы посмотрим, каким образом. Видим, что решение действительно координатор. И мы видим ограничение на Штерн-Зельдовича, которое долго называлось совершенно несправедливо ограничением Раунсвитового клетка. Хотим ли чего спросить? Как там отличается Борис Бедунов? Дорога без моста, да? Ровно соединение на Т на Q. Вот это 4 мы спрашивали сюда. Все будет соединение на Т, а потом мы не выбрегаем. Ну, в смысле, она всюду, так сказать, будет. А здесь будет 2 фотонов. И плюс, сколько там, 7 восьмых, 7 вторых от электронных струнных пар. Ну, потому что 7. Вот, и это будет 11 четвертых. Значит, вот эта штука будет нам 11 четвертых, температура фотонов. Умножить на радиусе на куб, вот такая штука, вместо одной монеты. Один из вторых. И эта же штука должна быть равна вот такой. Это используем лишь аппу. Энтропия сохраняется, что это значит, что вот это умножено на в начале и в конце клетки. В начале у нас будет ρ фотонов и электронов, то есть они войдут с коэффициентом 11-2. Это начало дела. Вот она написана 11-2. ТК в кубе на А в кубе. И оно же должно быть равно ТК в кубе на А в кубе конечной. Сохраняется, поскольку. Но там коэффициент двойка. Да, там температура разная. Температура разная, но Т на А с этим коэффициентом остается одним и тем. Мы доказали, что энтропия одинаковая. Начальный момент и конечный момент. Она сохраняется. Мы вычислили производную и видели, что у нас будет. Значит, в начале это будет. Ну, давайте посмотрим, что стреляли на Т. Это будет. Забудем про то, потому что поскольку квартира начинает одна и та же. Вот. Это будет температура в кубе. Но еще мы должны написать эффективное число частиц, которое было 11-2. Еще умножить на А куб. Это то, что получается в начале. Температура разная и А разная. Понятно?
шаблю двум, поскольку там только фотоны. Я говорю сейчас только об энтропии электрона фотона. Вот так, гармон. После этого я делаю еще следующий шаг, что температура нейтрина падает ровно как единица на А, поскольку это не взаимодействующая частица, а для него всплеск тык энергии от электронов пренебрежимо мал. На самом деле там есть некоторые, но практически нет. Поэтому значит, вместо этого я пишу граница температуры нейтрина в кубе, а здесь напишу тоже граница температуры нейтрина в кубе. Но это уже конечное. Дальше, в начале фотонные нейтрины и температура были одинаковые, поскольку они были в тепловом контакте. Значит, вот это отношение было равно 1/2. Значит, отношение фотонных и температуры к нейтринной температуре было 1/4. Такая логика простая, но надо с ней или очень аккуратно произносить, видимо, я ее очень аккуратно озвучил. Хорошо, значит, мы имеем такую вот штуковину, и знаете что, давайте я пока не буду писать такие уравнения, а выведу знаменитое обращение Евгения Сидоровича. Это ограничение на массу нейтрино. Я еще помню отношение к этой работе. Ну, не буквально насмешка была, но тем не менее как-то так не относились, как очень серьезно, как это так из космологии можно что-то узнать о массе нейтрино. Кстати, тогда на помещении было типа 20 или 30 электронов. Ну, точности далеко не те. А сейчас точности гораздо лучше, чем прямой эксперимент. Точность прямого эксперимента типа 2 электронов вольт. Точность, я, по-моему, говорил на прошлой лекции. А точность космологических, астрономических результатов вдоль электронов вольт. В заграничной литературе это называлось американский каусинг. Кажется, так, вот я буду. Эти люди получили ограничение лет опять позже у Эйнштейна Сидоровича. И там можно, при выводе можно было сделать две такие нетривиальные ошибки. И они обе эти ошибки сделали. Тем не менее, обращение называлось их именем, но поскольку они опубликовали в физиолетерсе, это было письмо жертв. Значит, я одну ошибку сделал, значит, по дню правильную гамму. Мы знаем, что теперь nu есть 3/11 от этого гамма. И второе, они считали, что количество левых нейтрино равнялось количеству правых нейтрино. В итоге они получили все раз более сильные ограничения. Что этот фактор 3/11 они считали, что нейтрино больше 3/11 раза. И вот это еще вот это было еще процентное, что получалось 22/3, примерно. Все не равно третьих. Кстати, ну ладно. 23-х, не важно. Хорошо. Вот. И я помню такой, я все-таки, мне кажется, сейчас так называют Эйнштейна Сидоровича. И вообще люди называют, отчасти благодаря моим скандалам. Вот. Я помню, как исторически я не играл, некий физик из Оксфорда. Написал обзор, потом он написал буквально следующее, что ограничение впервые было получено вот этими людьми. И была спекулятивная работа Эйнштейна Сидоровича, которые сделали вот эти вот ошибки. То есть он просто полностью наврал.
наверное, написал, что вот, что ж ты пишешь такое, посмотри мой обзор, и вообще так все было наоборот. Ответ у него был совершенно замечательный, но он все-таки перестал это писать. Да, говорит, я с тобой согласен, но тот факт, что эти люди ошиблись, показывает, что они не списали дешевле, если они сейчас сделали оригинальную независимую работу. И такая вот штука, но сейчас работа не так часто цитируется, хотя все ограничения на массу основаны на ней. Ну как мы сейчас их, давайте сразу получим. Это ограничение мы имеем количество нейтрино, количество фотонов. Я получу, если я не прорвался,
15 дня, но разделю на 3, на самом деле там немножко точнее, получу не более 5 электрон вольт массы электрона. В действительности надо еще получается гораздо более точные ограничения по прецизионному, по точному анализу спектра угловых операций пикрового фона и какой-то масштабной структуры. Там вот это ограничение, которое исходно исходило из вычитания задача, составляет примерно несколько меньше электронов. Так что это очень хорошее ограничение. Теперь давайте посмотрим действительно. Ладно, не буду отвлекаться. Я хотел вычислить длину, которая пробегает нейтрино за время существования Вселенной. Давайте вычислим, ладно. Перейдем к первому мнению. Нейтрино. Пока оно было релятивистское, оно удовлетворяет уравнение с нулевым интервалом. Интервал для безмассовой частицы есть 0, мы знаем это. Ну, для фотона это t квадрат минус dx квадрат пространства Минковского. А здесь немножко это равно 0. Поэтому путь пройденный нейтрино будет что? Путь будет что длина называется свободного разлета, free streaming. Ладно, значит, D это будет A на D, D, другой стороны DT на A, я какую-то тавтологию здесь пишу, и вот эту формулу я. Значит, надо здесь что-то написать. Итак. Интересно, что безмассовая частица в космологии проходит расстояние гораздо, в каком-то смысле, больше, чем как если бы она шла со скоростью света, когда путь равен времени. Но это связано с тем, что она бежит, и одновременно происходит расширение мира, и поэтому она не только бежит, а еще ее толкает сама. Она бежит на расширяющемся шаре, буквально. Значит, мы получим вот этот ДНТ, и дальше давайте пойдем посмотреть, какая будет масса сидеть в объеме этого свободного пробега.
кнопку написать 4 литри на 3, F кубик умноженное на R, на плотность энергии, это будет 3, 32, H, это будет... А третье от этого интеграла, так, хорошо. Я брал А, и Т равно Т в степени 2 трети. Это реверсивистский закон расширения. Вот, это будет 3 Т. Тут было немножко поаккуратнее. И на реверсивистской стадии это получится 2 Т. Здесь А, здесь Т в степени 2 трети, а здесь А, здесь Т в степени 1 трети. Вот. Тогда я это дело интегрирую, значит, это 3h квадрат на 8b, масса планка квадрата, и h на лицевичке стоит неизменированная, или же это будет 2 на 3, то есть пропорционально, более-менее пропорционально это вот t, то есть l есть просто Т с коэффициентом двойка или тройка, так что здесь мы не будем особенно бороться за эту двойку тройку. Вот я получу что-нибудь. Масса. Надо написать массу, я беру плотность энергии, интегрирую по этому шарику. Ну, масса в этом объеме, это значит путь в кубе на 4 на 3 объема этого шара на плотность энергии. Ну так это не очень аккуратно, я получу. Теперь время, оно должно выбрать из тех условий, чтобы Т определяется в условиях, что импульс нейтрино станет порядка его массы. Оценить эту массу, и она кажется, что не типа 10 сейчас. Надеюсь, набрать, сейчас не получится. Масса это большая газовая полуга, типа 10-16 масс Солнца. Видно, что тут надо. Время должно быть, когда оно станет, когда температура станет равной массе нейтрино. Это совсем условно, когда на этой квадрате, это полностью выглядит, порядка единиц, если не в секундах, а это в нулях. Вот отсюда я нахожу время, которое выходит вот сюда, когда температура равна массе нейтрино, то есть это будет что-нибудь отделиться. Грубо говоря, такая формула, мы сделаем немножко более аккуратно, но это показывает, что в таких масштабах, которые гораздо больше, чем галактика, вся структура занимается. Давайте я в следующий раз сделаю это более аккуратно, просто чтобы было понятно, как оценивается длина, которая внутри пролетает за все время существования мира. А потом она становится нейролитивистой, и уже захватывается галактическими скоплениями. Когда она быстро нейтрино не захватывается гравитационного поля, не видно, уже начинает захватываться. Ладно, хорошо. То есть я тут слегка запутался, но не сильно. Давайте теперь посмотрим, что мне еще хотят сказать. То, что мы вычислили сейчас, ограничение на массу нейтрино, это еще называется иногда как замерзание релятивистских частиц или отключение. Резалтовый, почему-то говорят,
в английской литературе, но лучше можно говорить Ди Каприо, там есть вообще целый композиция. Он не записал в части. Когда нейтрино перестало взаимодействовать с плазмой, и оно, так сказать, с ним больше уже ничего не происходит, взаимодействия всякие прекратились и живет как свободная частица. И это происходит в любом порядке момента. При этом число нейтрино примерно по порядку число то же самое, что число фотона. Мы немножко позже, я надеюсь, оценим вот эту температуру. Даже сегодня. И это, как называется, релятивистское включение, когда количество частиц в момент, когда они перестают взаимодействовать, примерно такое же, как количество фотонов. Не сильно отличается, ну, коэффициент 3,11, хотя не так важно. Вот, бывает еще отключение нерелятивистское, когда частицы взаимодействуют очень сильно, и в момент отключения концентрация вот сверху вот этому фактору. Это противоположный предельный случай. Взаимодействие сильное, и они продолжают взаимодействовать с плазмой вплоть до температур, которые много меньше, чем эта масса. Чем вверх много больше единицы. Это называется non-relativistic freezing. Это действительно можно называть замерзанием, где-то частицы перестают взаимодействовать и, так сказать, в каком-то смысле они замерзли, поскольку они не релятивисты, они движутся, и их никто не греет, так вот они. И это нестандартная ситуация для концентрации, для концентрации тяжелых темной материи. Вы, если помните, мы вычислили число нейтрино, оно равно 110, 112 кубических сантиметров. Вот. И отсюда следовало, что масса нейтрино меньше чего-то типа электронвольта или нескольких электронвольт. Вот. Ну а теперь я говорю о частицах темной материи, масса которых может быть 100 ГЭВ или еще больше. Вот, но чтобы они не закрыли Вселенную, надо, чтобы концентрация была маленькая. Для этого взаимодействие должно быть достаточно сильным, так что в момент отключения они почти что полностью аннигилировали. Вот немножечко осталось, и это приводит к тому, что мы получим плотность порядка критической плотности, даже то есть нормальной космологической плотности, гораздо меньше, чем ниже плотность была бы, так сказать, неподавленная. Так вот, сейчас мы можем написать какое-то критическое уровень. То есть этот механизм достаточно, чтобы очистить системную материю? Этот механизм, это есть основополагающее уравнение, которое сейчас напишу, для вычисления концентрации темной материи, если известно их сечение аннигиляции. Вот. Темная материя идет вот так, по такому закону. Концентрация или плотность энергии темной материи, она идет по отношению, может быть, к фотонной, она сначала примерно одинакова. Когда масса мала по сравнению с температурой, сюда же в сторону будет время или обратная температура. Сколько там будет. Потом она начинает идти по закону экспонента минус МТ. А в какой-то момент скорость аннигиляции оказывается перемешана малой, и она выходит на постоянную концентрацию. Вот так ведет себя, это мы напишем уравнение, решим его, это все не так сложно, так ведет себя концентрация массивных частиц, сечение которых не перемешано малой. Почему вот она выходит на постоянную концентрацию, это что называется, их плотность, единица объема становится, в сопутствующем объеме становится постоянной. Просто потому что, чтобы исчезнуть, им надо найти партнера для взаимного самоубийства.
То есть надо найти античастицу соответствующую. Концентрация и частиц, и античастиц падает, как пользуются экспоненты. То есть в какой-то момент эти экспоненты убивают возможность всякой встречи со своим партнером, ну как-то не для продления жизни, так сказать, а для самоубийства. И поэтому они выживают. И это в этом наше счастье, если действительно темная материя вот такая тяжелая, то именно благодаря темной материи структура во Вселенной образуется. Без нее структура бы образовалась намного и намного позже. Так что понятно, такая вот идея. Мы сейчас напишем теоретическую уравнение, которое описывает вот это. Вот это такой процесс. Мне такое чувство, что я чего-то забыл, а я скоро чего-то забыл. Значит, к этому мы сейчас вернемся, а я хотел бы вернуться к равновесной ситуации в ранней Вселенной, когда было время фотоны, электронный пар, нейтрино, и мы вычислили, что плотность энергии ровно, то есть квадрат на 30 умноженное на 10 75 температура в 4 степени. Это, ну, 10-75 я уже рисовал, почему. Это 2 фотона, 4 электрон-позитрона умных состояния и 3 нейтринных состояния. И мы знаем теперь, что плотность энергии является центре квадрат на 30. И теперь можно найти закон между эволюцией температуры как функцией времени. H квадрат, 3H квадрат, 8 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 квадрат, 8
разделена на 30, температура в четвертых, на 75, 72, на массовых планках по базе. Я говорю, что сама на Вселенной, когда доминировало релятивистское вещество, значит, H будет единица на ПТ, если вы помните, что было на предыдущей лекции. Релятивистский закон расширения, когда у нас ρ в 4-х приводит как раз к такому расширению. И отсюда мы можем найти, что температура, время, если это коэффициент определенной температуры в квадрате. И это есть закон охлаждения Вселенной на относительно ранней релятивистской стадии. В данной ситуации, если я имею этот коэффициент 200 звездочек равный 275, это относится к температурам между мэвом и, грубо говоря, ну там, 50 мэвами, когда несущественны мэвы. Какая масса мэвона? Какая масса кемизона? 95 мэвона. Правильно. Ну, я понимаю, что вы не скажете физики элементарных частиц. Вот мюон, примерно 200 раз тяжелее электрона, и когда температура заметно меньше, чем масса мюона, их плазмы нету, и мы не вот такой вот коэффициент 10-35. А если поднимемся, скажем, к температуре выше 100 мэв, то там уже будут мюоны, будут кемизоны, и этот коэффициент изменится. Хорошо, мы его посчитали, что будет, если мы имеем добавок мюоном, электроном, позитроном, еще мюоны, еще три пемизона. Если дальше повышать температуру в стадии, то все меняется кардинальным образом. У нас будут свободные кварки, а не гадроны. Это называется фазовым переходом в квантовой хромодинамике. Там будет уже скачком меняться даже звездочки. Вот. Я сейчас напишу это выражение, у меня это чисто на нем написано. И это будет полезно знать, когда мы будем интегрировать химологию.
значит, мы не имеем H, это ее короткое интервальное D, а если 5,44, зависимые переменные, а с другой стороны я пишу костёчку
А тут я написав, що Христ мислите. Обратили внимание на это. На это противоречие. Вот. И тут фокус состоит в том, что мы рассматриваем действительно потоки, мы рассматриваем действительно распределение как функцию произвольного P и T, но изменение, скажем так, по координате или по импульсу связано с потоком реальных частиц в какой-то кусочек объема в импульсном или в координатном пространстве. Я, когда изучаю, насколько изменится число частиц в этом конфигурационном пространстве, я работаю с физическими частицами, которые удовлетворяют уравнение движения. А потом я обо всем этом забываю, и уже говорю, я вот так вот получаю функцию, которая является функцией двух независимых переменных, P и T. В момент вывода, когда мне нужно узнать, что происходит с частицами, я говорю, что это были физические частицы. Можно это посмотреть, может, какую-нибудь книжку по кинетике. Там выводится это вот уравнение, но тут-то входит тогда просто сила, как только есть сила, действующая здесь будет просто скорость движения частиц. На этом пусть легче понять, что то, что происходит с небольшим объемчиком, координатном пространстве, пропорционально просто потоку физических частиц. И потом мы узнали, так сказать, что какой физический процесс отвечает за изменение частиц, за изменение числа частиц, а потом говорим, что это есть какая-то функция координат, и все координаты есть независимые вещи. Хорошо, теперь давайте вы, может быть, и не поняли, что я говорю, но подумайте, так сказать, сами, посмотрите на вывод. Лучше самому думать. Да. Давайте посмотрим, как пишется интеграл по планете. В общем виде довольно простое выражение, хотя качество простое. Я посмотрел на старом виде, 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 на старом виде. Я хочу написать уравнение для функции частиц А1. Значит, тоже должен быть частиц А1. Значит, что может произойти с частицей? Она как-то взаимодействует, поэтому интеграл с равномерием должен содержать содержать амплитуду перехода из состояния А в состояние В. Состояние А не понимает вот это. А состояние будет такое. По модулю в квадрате. В квадрате поля вычисляется вероятность процесса. Дальше я должен эту штуку, я рассматриваю переход из А в Б, поэтому это что помню, должно быть со знаком минус. Поскольку частица А в этом процессе исчезает. Этот процесс приводит к тому, что частица А исчезает, а потом я напишу обратный процесс. Дальше что еще должен написать? Я должен написать произведение плотностей всех частиц А в этом процессе, поскольку вероятность пропорциональна плотностям сталкивающихся частиц. Дальше я должен написать фактор единица минус F в ЖК. N плюс, тут G, а тут напишем K, да, тут напишем T. Поскольку вероятность там остается не только пропорционально количеству частиц вот этих, но и сталкивающихся, плотности сталкивающихся частиц, вот есть еще либо принцип Ферми-запрета, когда вероятность, когда для фермионов процесс не идет, если это состояние уже занято. Это единицу мы минус F для фермионов. А для бозонов происходит бозоновское усиление. Если там кто-то поселился, то он еще других натягивает. Такое вот маленькое националистическое сообщество. И тут входит единица плюс F. Ну, это так работает лазер. Как вы знаете. Там еще я тут не забыл, написал что-нибудь про изменение. Да?
Хорошо. Теперь я должен проинтегрировать по фазовому объему про себя. То есть это есть плотность частиц в конфигурационном пространстве, я должен проинтегрировать по всем возможным импульсам. То есть кто должен написать такую вот штуку D произведения. D3 PA это не стандартная нормировка квантовой теории поля, и это есть релятивистский вариант элемент фазового объема. Такая штука D3 поделенная на энергию, она есть релятивистский вариант. Если вы чего-нибудь делали с частицами, вы это знаете. Дальше я должен это интегрирую по всему фазовому объему вот этих вот частиц, а три далее, кроме частицы А1. По частице А1 я не интегрирую, поскольку ничего, я беру частицу А1 с определенным импульсом, чего мне по ней интегрировать. Значит, это будет интеграл со штрихом, где все частицы, кроме А1. Кроме того, я должен проинтегрировать по всему фазовому пространству по импульсам всех конечных частиц. D, 3, PB, KP, VND, разделённые три штаммы 20 на 2, E, B, D. Замечательно. Это есть обычный фазовый объем, но не вполне до конца написанный. Здесь еще будет 2, 3, 4, это опять же полинарковая нормировка. Отдельно 4, сумма P четырехмерного, А минус сумма P V. Ну и всегда на эту функцию входит, которая отображает сохранение энергии и вот такая вот штука. Но это еще не вся история. А здесь я еще должен написать плюс амплитуда из B обратно в процесс. И тут пишется то же самое, только наоборот. Я здесь пишу произведение. Это обратный процесс пропорционален плотности частиц B. И мы заменили по всех факторам единица плюс умножить А. А фазовый объем остается тем же самым. Вот этот интеграл по всем импульсам. По всем импульсам V я интегрирую, чтобы понять, сколько всех возможных частиц может участвовать в этой обратной реакции. И, соответственно, все остальное. Теперь, в общем, вот этот фактор общий для всего на свете, то есть входит амплитуда прямого процесса со знаком минус, амплитуда в квадрате обратного процесса, умноженная на эти штучки, и все интегрируется. Этот вот фактор меры интегрирования, она для прямого и обратного процесса совершенно одинаковая. Теперь можно, например, порадоваться, что действительно функции f равновесные зануляют интеграл столкновения. Ну, давайте на простом примере с Больцманом разберемся сначала. В случае Больцмановском F имеет экспонента минус ЕТ плюс ЕТ. А соответственно с этой сложившейся. В Больцмановском случае мы пренебрежем этими факторами, когда F много меньше единицы, это Больцмановская статистика. И очевидно, что если у нас А в квадрате АВ равняется А в квадрате БА за счет Т инвариантности. Это всегда доказывается в учебниках таким образом, что предполагается, что есть инвариантность относительно обращения времени, существенный пункт. Амплитуды одинаковые, но тут надо не забыть, амплитуда зависит от импульсов и от спинов. И надо не забыть обратить знаки импульсов и спинов. Но после интегрирования это обращение знаков полностью исчезнет. Мы можем переопределить переменные интегрирования, изменить где нужно знаки. И так что мы можем считать, что это величина равна этой, но мы
по измененной мере, которая на самом деле остается той же самой. Мы изменили просто знак. Значит, можно считать это равенство. И мы получим действительно, когда мы отставим сюда, мы увидим, что здесь произведение всех FA. А что это будет? Это будет экспонентом от суммы недалеких. Начальник, здесь будет экспонент от суммы недалеких конечных. Энергия сохраняется. Поэтому автоматически вот эта экспонента равняется этой. Просто все сохранение энергии. И здесь будет стоять экспонента от суммы химпотенциала. Этого условия автоматически нет. Это важно. Мы можем начать с ситуации, когда химпотенциалы не удовлетворяют условиям равновесия. Но при этом генетическое уравнение само позаботится, можно, чтобы химпотенциалы стремились к тому, чтобы это уравнение удовлетворялось. Хим-уравнение устроено так, что оно стремится к тому, чтобы интеграл столкновений зануляться. Мы можем это увидеть. Это всегда стабильная точка решения. Разлагаем около равновесного решения и увидим, что отклонение от равновесия экспоненциально стремятся к нулю. В частности, химпотенциал, сумма химпотенциала в начале должна стремиться к сумме химпотенциала конечно. Если у нас есть Больцмановская статистика, а не Больцмановская, а квантовая статистика, то ситуация абсолютно та же самая. Стоит только разница, что алгебра немножко более заложенные, которые сделаны на Т. Температура тоже должна быть одинаковая. Если мы возьмем узкие плазмы с разными температурами, она постепенно должна организоваться. Плюс минус один. Вот тогда получится следующее. Мы отсюда как бы, вот такой знаменатель от начальных частиц. Отсюда будет знаменатель от конечных частиц. А что произойдет с этим, когда мы пришли к этому финалу с этим? Здесь возникнет такого же типа знаменателя, то есть будут четыре знаменателя от произведения F, от произведения FA и от произведения единицы плюс минус FB. А в числителе, когда я напишу вот эту штуковину, возникнет буквально больцмановская экспонента. То есть мы увидим, это будет общий фактор, из четырех знаменателей выносится наружу, а наверху будет стоять сумма экспонента от суммы энергии, от суммы химпотенциалов, которые происходят либо от частиц B, либо от частиц A. То есть получается, с точностью до вот этих вот общего фактора, буквально больцмановская ситуация. То есть мы вот сейчас увидели, что интеграл столкновения зануляется на распределение Больцмана или распределение, если применение Мейзен, или распределение Макса Базель и Ферми, если эти члены есть между собой. То есть учесть их важно существует и выражение. Вот так. Теперь вам задачка подумать на досуге. Я думаю, где-то не буду. А вот вы знаете, что T-инвариантность нарушается. Это было обнаружено нарушение ЦП, и Т-инвариантность. Если верить в ЦПТ, то нарушение ЦП одновременно означает нарушение Т-инвариантности. Тогда, если эта величина не равна этой. И теперь я могу сказать, давайте предположим, что распределение имеет равновесную форму. Тогда это произведение для равновесного распределения равно этому. И тогда мы выносим за скобки уже вот эту штуку. Произведение А на произведение единицы плюс минус Б. Я предположил, что равновесное распределение, что F является равновесным. Тогда вот это произведение равно этому. Мы это проверили. Но теперь возникнет А. А, В равняется минус А, В, А. Квадратом, так как говорим. И они не равны друг другу. В чем состоит ответ? Подумать, что произойдет. По-прежнему ли вот эти равновесные канонические распределения зануляют интеграл столкновения или нет.
как бы вы им голосовать? Что вы думаете, например? Экономический фермерный босс распределения заболевает от такого столкновения или нет? Ну и кто чего считает? Все молчат. Ну не бойтесь сказать, тут всего два варианта. Либо да, либо нет. Что? Замоляли? Если бы замоляли, понимаете? Это, конечно, психологическое построение. Иногда задаешь какой-нибудь вопрос, ответ мне так кажется очевидным, человек думает и дает ответ, в который он сам не верит, потому что ты же меня бы не спрашивал об этом. Вот. Ответ состоит, ну действительно, это вытащили, а это что-то не равно это, поэтому где-то члены не ради меня. Вот. Оказывается все-таки, что канонические распределения являются равновесными из-за нуля интеграл столкновений. Фокус состоит в том, что нарушение этой инвариантности возможно только при наличии нескольких открытых, не невозможно, а является наблюдаемым, только если несколько, открыто несколько каналов реакции. Для одного канала реакции просто из изумительности, хотя амплитуда различна, все различие сидит в фазе. Вот, поэтому оно абсолютно величины будет одинаково. Если много каналов реакций, это разница отлично от нуля, но когда просуммируешь по всем каналам, используешь условия квадратных матриц, то получается всякое меньше. В этом смысле статистика сильнее, чем тейн-вариантность. То есть тейн-вариантность может быть нарушена, а равновесная статистика остается навсегда. Ладно, теперь мы это уравнение напишем в некотором очень специальном виде. Да. Только будем учитывать двухчастичные реакции и выведем уравнение, которое в литературе назвали американское уравнение Вайнберга. Это уравнение приглашение Павла Маха Кугана в 1997 году. Использовано в работе Иванника, например, на нашей работе с Высоцким и Зиновичем, для того, чтобы вычислить впервые концентрацию частиц темной материи. На самом деле это не было впервые, мы буквально для лептонов считали тяжело. Впервые это было сделано Зиновичем лет 77-й, ну лет 10-й. Использовал то же самое уравнение, поэтому называть это уравнением Вайнберга, как же не справедливо, а надо бы назвать уравнением Зиновича. Вот сейчас я это уравнение выведу, и оно довольно простое. Рассмотрим ситуацию, когда у нас есть процесс А. Только двухчастичный процесс. Рассматриваем какой-нибудь обычную группу Х. Х, смотрите, что это переходит во все. Обратно. Двухчастичная аннигиляция, кроме того, х плюс какая-то частица, условно говоря, гамма, релятивистская частица, переходит в х плюс гамма. То есть имеется процесс аннигиляции, но все что угодно, и процесс упругого рассеяния. Только и всего. Мы будем рассматривать замерзание вот этих частиц, и будем рассматривать это в предположение, что взаимодействие довольно сильное, и что концентрация частиц х в конечном счете будет подавлена Погодским. Как я уже говорил. Но это не предположение, это само собой получится. Вот. Значит, мы рассматриваем вот две такие реакции. И в какой-то момент происходит следующее. Из-за того, что число х частиц экспоненциально упадет, вот этот шнир станет пренебрежимо малым, поскольку вероятность этого процесса пропорциональна произведению концентрации х и анти-х частиц, то есть это будет экспонент минус 2МХТ, очень маленькая вещь, а вероятность этого процесса, она в каком смысле не подавлена. Если я напишу изменение концентрации х частиц за счет этого процесса, этого источника, это будет сигма эластик,
шлифовки, на ногах. То есть LX точкой, разделенная на LX, скорость реакции. Оказывается, мы на ногах, она будет сильная эластика, умноженная на гамму, а не гамма не подавлена. Это безмассовые частицы. Я гамму пишу не обязательно фотоны, какие безмассовые частицы. Сильный эластик тоже не могу, то есть это не подавлено экспоненциально. В то время как LX точки за счет аннигиляции, пропорциональной силы аннигиляции, умножим на Fx чертой. И эта штука экспоненциально мала. То есть в какой-то момент, когда плотность x частиц упадет, и мы это увидим, ну, такая вот вещь, как я уже говорил, сначала она примерно порядка плотности фотонов, потом экспоненциально плотности, а потом будет на константе. Именно за счет того, что вот это вот экспоненциально малая вещь. Сейчас я напишу интеграл столкновения. Я не буду его особенно подробно расписывать. Так что надо будет так. ДТ минус АСП ДТ равняется, я напишу, и вот круги плюс аннигиляционный. И этот член, по крайней мере, на большой, по существенной стадии, гораздо больше этого. Это экспоненциально становится подавленным. Сначала они оба не подавлены, когда температура где-то здесь. Когда температура велика по сравнению с массой. А потом этот член аннигиляционный становится маленьким, нету его маяка. И сейчас я сделаю некий трюк, благодаря которому вот этот член выпрыгнет и все будет выделяться вот этим. А трюк очень простой. Давайте эту штуковину проинтегрируем под этой трюк. Кстати, может, не совсем кстати, я забыл. В теоретическом уравнении, когда я писал интеграл столкновений, интеграл по фазовому объему начальному, интеграл по фазовому объему, это не что, по фазовому объему конечному, плюс со штрихом, поскольку я включал частицу А1, вот тут еще свою перейдем делиться на объему А1. Это стандартный лингвистский интеграл, который должен быть всегда. Я просто их забыл. Хорошо, давайте посмотрим, что будет. Когда я проинтегрирую вот эту штуковину под этой частицей x, здесь интеграция алгоритма по частице x, то вот эта штука обратится в ноль. Почему? Ну, потому что, во-первых, что это такое, если я буду помнить только о этом округлом процессе, это будет просто dt n минус ну, это мы можем увидеть, действительно, посмотрим. Здесь d, я умножаю на это будет f интеграл d3p с f от x, это плотность частиц в единичном объеме. Вот. Ну и тут dt. А эту штуковину я получу, интегрирую по частям. У меня стоит интеграл dp на p квадрат, еще здесь будет p. Я перебрасываю dp сюда с p квадрата, отсюда вылезает тройка, меняется знак, получаю эту вещь. И эта штука, если есть вариация частиц в сопутствующем объеме, и она обязана быть равной нулю, если только полного числа частиц, если только круги процесс учитывается. Потому что в упругих процессах число частиц, полное число частиц не может измениться. Частица x. Ударили по условному фотону, и получилось опять частица x, плюс условный фотон. Там могут быть другие импульсы, но количество частиц не изменилось. Упруги взаимодействия не меняют. Число частиц. Но это видно и формально, совершенно легко. Мы когда напишем в упруге интеграл, то что будет? Элемент на
изначально алфа-алфа-алфа-алфа со штрихом или нет? Конечно, алфа-алфа-алфа-алфа без штриха. И дальше стоит F. Произведение F. Всех F настроили на все F. Единицы плюс F. Минус F. Конечно. Но на минус то же самое, только здесь стоит F. Конечно. Ну, я буду в квадрате, я не буду сейчас потому что я не говорил, в квадрате, которая считается одинаковым, в прямом и квадратом, то есть сама так вот. Единица на 2, единица на 2, единица. Ну, на самом деле, весь квадратный объем очень простой, потому что здесь стоит 3 на 3, на 4, конечно. Здесь будет стоять просто интеграл dx, d гамма. Ну, d по гамма. Тут только стоит интегрирование. У нас две частичные реакции, значит, здесь мы интегрируем только по d гамма. Начальное состояние у нас x, гамма, это только x, плюс гамма. Значит, это интеграл есть d по гамма. Здесь интеграл по d по гамма в конечном состоянии по dx. И здесь вот это будет в квадрате. Когда я умножил это дело на d3px, тогда у меня будет dτ' вместе с этим дает такой же dτ, как это. То есть это будет интеграл по импульсу x и импульсу гамма. Вначале это будет интеграл по импульсу x и по импульсу гамма конечно. То есть эта штуковина становится симметричной относительно кристаллов начальных и конечных частиц, а то, что стоит здесь, является антисимметричным. Когда мы интегрируем в симметричных пределах функцию антисимметричную, эти факторы симметричные, эти антисимметричные, получаем 0. Это формальное объяснение того, что количество частиц в любых столкновениях сохраняется. И таким образом, когда я сделаю такую штуковинку, я получу замечательный результат, что интеграл столкновений, большой интеграл столкновений, вылетает из уравнения. Он вылетает, но в каком-то смысле уравнение не уполнено, не уравнение распределения. Если интеграл столкновений упругого рассеяния велик, то значит будет равновесие, которое создается этим упругим рассеянием. А что делает упругое рассеяние? Оно, допустим, у нас есть, давайте возьмем, можно сказать, экспонент минус d плюс d. Упругое рассеяние ничего не может сделать с хилл-потенциалом. Давайте посмотрим, почему. Оно у нас имеется произведение этого интегральной столкновения концентрации начальных частиц. Это будет сумма конечных начальных. А здесь сумма конечных. Сумма. Стоит их разность. Мы имеем здесь начальный процесс, а здесь конечный процесс. Вот. И что происходит? Мы подставляем такую штуковину и говорим, что ну, вот эти слагаемые, эти факторы одинаковые в силу сохранения энергии. Теперь что происходит с их потенциалами? Ответ, что они ни на что не влияют. По той причине, что здесь сумма начальных потенциалов автоматически равна сумме конечных. Потому что вначале у нас было состояние типов гамма с распределением каким-то, которое не зависит от энергии мюта, зависит от t-фактора. Это будет x плюс мю гамма. И в конце тот же самый мю x плюс мю гамма входит. То есть реакции упругого рассеяния, это вот очень важное утверждение, никогда
ничего с кем потенциалом не делаем. То есть, если у нас есть нарушенное равновесие в такой форме, что возникнет нулевой хим потенциал у фотонов, упругое рассеяние гамма никаким образом на хим потенциал не повлияет. Если мы будем рассматривать не упругое рассеяние, то такого типа, то тогда хим потенциал за счет этой реакции будет направляться к нулю. Реакции будут тащить химпотенциал к нулю для фотонов в этой вот ситуации. У нас такая же точная ситуация, мы рассматриваем упругое рассеяние, и автоматически для любых химпотенциалов x и гамма фактор, который входит в прямую реакцию, равен фактору, который входит в обратную реакцию. Почему вы говорите, что упругое рассеяние может быть энергией? Энергия, пожалуйста. А энергия сохраняется автоматически. Не имеет изобретение, когда у нас без изменения энергии. Да. У нас просто... Ну давайте сейчас посмотрим на конкурсном плите. У нас интегралы столкновений ходят амплитуду в квадрате прямого и обратного процесса. Здесь стоит f x на f гамма минус f x' на f гамма x. Правильно? Это я не пишу сейчас поправки в гонзиковской статистике, а в интервале столкновения входит базовый объем, амплитуда прямого процесса, амплитуда обратного, которые сейчас считают одинаковыми, ну, там, считаем, что это инвариантность нарушается. Прямой процесс пропорционален произведению плотностей начальных частиц, обратный процесс вероятности пропорционален произведению конечных частиц, как мы написали. Ну, это вроде правильно, что вероятность кривого процесса пропорциональна амплитуде и количеству частиц, сталкивающихся частиц. А здесь обратный процесс то же самое, только частицы, которые в конечном состоянии. Ну и каждая функция это что будет? Это будет экспонент e гамма плюс e x, то есть деленное температуру плюс или минус. Минус. А эти штуки от энергии не зависит. Химпотенциал есть некая константа. И это есть решение тенденции. Вот. И тут стоит то же самое. Е гамма и Е гамма штрих могут быть разные, но сумма их одна и та же. А это всегда автоматом одна и та же. Поэтому для любых химпотенциалов у нас возникает, имеется равновесие относительно других реакций. То есть упругий интеграл столкновений является для любых химикаций. Или в общем так, что-то непонятно. Ну ладно. Я не согласен, но немножко правильно. Ну хорошо, значит, мы имеем вот такую замечательную ситуацию. С ним потенциалом не происходит ничего. Вот. И возникает только, остается после этого интегрирования только коэффициент интеграла столкновения. Теперь, благодаря тому, что вот эта штука здоровая, функция распределения x частиц приобретает каноническую форму. Этот большой интеграл, который сейчас мерится на схему уравнения, приводит к тому, что у меня будет функция распределения x частиц. Функция распределения плюс x разделяем на x. Функция распределения антикс частиц будет e всегда минус e антикс на n плюс mu антикс разделяем на n. Работает вовсю вот этот вот интеграл, упругий интеграл столкновений, и он приводит к тому, что зависимость от энергии является каноническим. А химпотенциалы могут быть любыми. Вначале мы предположим, что химпотенциалы были равны нулю, к примеру, одинаковое число x частиц антикс, а потом в результате эволюции, когда этот интеграл по какой-то причине стал маленьким, у нас уже условия равны минус минус антикс не встает выполняться. Почему? Вселенная расширяется, система не стационарна, а
столкновениях тот член, который мог бы обратить хип-потенциал в ноль, не работает, потому что он экспоненциально мал. В какой-то момент он начинает вымирать, и генерируется эффективный хип-потенциал для X и Tx частиц, причем этот эффективный потенциал управляет условием не X, а не X, а не X. Потому что мы считаем, что Nx равняется Nx. То есть химическое равновесие нарушается. Функция распределения имеет каноническую форму в смысле зависимости от энергии, и каждая функция для частиц x и anti-x приобретает какой-то эффективный хип-потенциал. И это как раз приводит к этому отклонению эффективного хип-потенциала. Экспоненты есть еще не исчезающие шкалы. Значит, вот такое должно быть решение. И мы теперь вот это уравнение подставим вот эту функцию распределения с произвольным химпотенциалом, и этот химпотенциал будет единственной неизвестной функцией времени. То есть интегро-дифференциальное уравнение с зависимостью какой-то от импульса сводится к обыкновенному уравнению, то, что называется уравнением Левайна или Дмитрия Сергеевича, поскольку вся зависимость от энергии нам известна, а это единственная неизвестная функция. Давайте теперь это уравнение действительно аккуратно выведем, и можно это закончить. Давайте посмотрим. Значит, у нас есть... Значит, мы... Значит, какие тут предположения? Во-первых, равновесие. Это дает Fx равное экспонент минус Vt будет какое-то уникальное. Второе, или может быть даже первое, мы интересуемся ситуацией, когда E, когда t много меньше n. Мы считаем, что частицы взаимодействуют сильно, и замерзание происходит, когда они становятся нерелятивистскими. То есть взаимодействие идет достаточно долго, вот, примерно до этого момента, а здесь вот это t порядка n, а здесь t намного меньше n. Если t много меньше m, f много меньше единицы, а раз f много меньше единицы, работает бойцеловская статистика, то мы можем использовать это выражение для функции распределения. Ну и продукты аннигиляции мы считаем безмассовые частицы, имеющие ту же температуру. Тогда мы имеем следующее уравнение. Минус hp dfx hp dfx равняется 2. Я сейчас это проинтегрирую в интеграл D3P гамма на 2 где гамма на 2 D3. Дальше я имею D3P гамма на 2 где гамма это по штрихом. Здесь еще будет T3P штрих плюс, разделенное на 2 плюс, и на 2 плюс плюс. И на 3 на 4. Плюс, плюс, минус, плюс, штрих, минус, плюс, штрих. Так, еще амплитуду в квадрате. Вот такой сейчас довольно простой интеграл столкновений, и ничего в нем больше нет. Теперь давайте как мы хотели умножим на t3p x на 2p кубы. Здесь уже что получится, то получится, как посмотрим. А здесь получится совершенно симметричный фазовый объем. И мы подставим
сейчас немножко о чем забыл, а именно забыл здесь должно стоять. Это не что иное, как
будет, когда мы рассматриваем это дешевле как сечение аннигиляции. Как мы пишем сечение аннигиляции? Это есть амплитуда в квадрате, умноженная на интеграл по фазовому объему конечных частиц. Как это вам определить, что это происходит пишу? А там еще запись четвертого, да? Надо что? Запись четвертого. А, да, спасибо. Конечно. А, алло, это четвертый гамма. Свечение аннигиляции, это есть что такое, это есть амплитуда интеграл, амплитуда квадрате и полный фазовый объем конечных частиц. Под полным фазовым объемом я написал черту, это есть дельта функция и интеграл по всем возможным d3p на d3 в копии на d3. Вот это есть. И тут должен еще входить единичный поток. Вот это свечение аннигиляции. Но поток мы знаем, как написать. И в итоге мы приходим к довольно простому уравнению, в том смысле, что у нас будет n сквозь 3 плюс минус 3 h. Чистый метод тоже.
сейчас легко у каждого есть компьютер, с которым считает, вот когда мы писали нашу статью Федоровичем, там мы хотели считать на Песне, какая была замечательная машина, там надо было делать инфокарты, и счет чистым был гораздо более тяжелый. Сейчас нажать переключить. Есть ли вопросы на этот счет? Я думаю, в следующей лекции мы с этим закончим, и будет, может, дальше технически какие-то вещи будут проще. Господин, у меня есть ЕХИС и ЕХИС счет. Да. Я немножко поаккуратнее напишу. В итоге, на самом деле, мы вот эта штука с вот этим делом, это и есть R. Число частиц, когда я делю здесь на R, и функция распределения, она вот такая. То есть в этом смысле она это будет как раз. Ладно, вопросы. Вы хорошо. Ладно. А сколько я научился получилось, что 26, да?